Одесский припортовый завод необходимо приватизировать. Одним из условий договора продажи должна стать экологическая инспекция предприятия, которая обеспечит безопасность украинцам. Это крупнейшее в Европе аммиакохранилище в 15 километрах от первых многоквартирных домов города Одессы. Это предприятие по своей опасности как атомная электростанция. Это входит в 100 самых опасных предприятий Украины. Согласно украинскому законодательству, у нас есть закон об экологическом аудите. Но до сих пор обязательный экологический аудит Одесского припортового завода, результаты которого должны лечь в основу условий продажи, то есть безопасности его для миллиона одесситов, до сих пор не проведен. Алексей Гончаренко – один из немногих народных депутатов, выступающих за прозрачную приватизацию предприятия. Он не единожды, выступая с трибуны Верховной Рады и посредством депутатских запросов, призывал правительство провести экологический аудит. Именно такая проверка, по мнению народного избранника, должна лечь в основу условий продажи. Там каждая политгруппа всегда вставляла своих смотрящих, в зависимости от власти, доила этот завод. Но не можем мы его сохранять. Реально, я бы хотел, чтобы мы его сохранили. Но сейчас мы будем сохранять просто систему грабежа и краж. Поэтому экологические инспекции, да пусть проверяют 100 лет экологии. Мы знаем, что все экологические эти инспекции тоже коррумпированы. Они все берут деньги. Алексей Гончаренко призвал губернатора Михаила Саакашвили объединить усилия и вместе добиться того, чтобы приватизация Одесского припортового завода была не только экономически выгодной для Украины, но и безопасной для ее жителей. Алла Есина, Думская ТВ.